Доброго времени суток, с вами Кулготушка, и сегодня я буду играть в магику с радужным взрывным парнем. Но комментировать буду я только один, я хочу рассказать много об этой игре, она офигенна. И сегодня 11 число, и сегодня еще огромная скидка на эту игру. Так что, если вы смотрите это видео сегодня, покупайте, не раздумывая, она офигенна. И сегодня будем играть в выживание, ибо это реально испытание для хардкорных мужиков. Вот, хардкорные мужики, вот. Окей. Начинаем. Как-то поляна. Выбрал я ее, потому что она зеленая, а у меня зеленая мантия. И это очень классная маскировочка. Да, вот так. Окей. Поехали. Начнем с мин. И закончим ими. И начнем снова с ними. И вообще буду всегда пользоваться только минами. Сундуки, которые кусаются. Обожаю их. Вообще обожаю все игры, где есть сундуки, которые кусаются. Например, Torchlight. Вот Torchlight мне тоже все нравится. Так, окей. Начнем. Кастуем себя каменную броню. Теперь мы готовы к битве. Итак, чем интересна эта игра? Это типа Диабло, только тут нету вообще нормального оружия. Вот. Ну, тут есть пистолет, конечно, и там всякие посохи и мечи. Но это не самое главное. Главное, у нас есть 6... Ой, не, не 6. 8 стихий, которые можно комбинировать. Некоторые друг с другом конфликтуют, а некоторые нет. И с ним получается еще более мощные заклинания. Зная все тонкости игры, вы, конечно, будете играть лучше. Так, окей, послан, я хочу тебя надуть. Так, давайте их намочим. Душ такой, да? Знаете, почему я их так с ними уступаю? Потому что промокшие братюни выдыхают быстрее от молний. Логично, да? Окей, продолжаем, продолжаем. Кстати, интерфейс в режиме выживания не очень напоминает Last Stand в Warhammer. Реально очень похоже, по чуточку такой же замок. Вот зацените вообще такое шоу. Отличное шоу. Так, давайте закидаем их еще огненными шарами. Так, никто там не умер. Ух ты, книжечка упала. Так, тут еще и... Так, заклинание очарования. Вот заклинания из книг, магики так называемые, надо именно использовать, вот, выбрав вот этих стих, которые написаны, и нажав пробел. Одно из самых главных таких заклинаний магик, это воскрешение, конечно. Вот, тут можно такая есть мышь выбегать, вот, воскрешение. Ну, пока некого воскрешать мне, ибо он не подыхает, пацан, ибо у него есть очень классная броня, даже лучше, чем у меня. Давайте заценим, какая у меня еще тут может быть броня-то. Так, ну давайте, давайте водную броню, чтобы у меня была невизимость к воде. Не хочу промокать в лишний раз. Привет, сундучок. Хватит меня кусать, противный. Вот тебе получи, противный. О. Открыл ротик, да? Фу, бяка. Все, мочи с пистолета, как мужик. Будь мужиком, мочи с пистолета гоблинов. Обижаю младших. Я мистер зеленый, я за Гринпис. Убей гоблина, спаси 10 деревьев. На, на. Так, отлично. А кто еще остался? О май гад, у него эпичное заклинание. Это получается у него... А, не, не так. Стоп. Как вот он сделал? Я офигею. Я даже не помню, как этим пользоваться. Так, пацаны вообще тролята. У них станет здоровье у этих троллей. Это еще хуже. Где, не так понятно. Заклинание спешка. Нафиг нужное для меня, если честно. Гарри, Гарри, моя звезда. Хотя, знаете, это не поможет. Мне устанет здоровье так же быстро, как и тратить здоровье при огне. Да-да-да-да-да, поливай их. Стоп, не так. Не, стоп. Надо их прям всех закидать водичкой. Водные процедуры, пацаны. Ой, извините, я вас намочил. Я не хотел. Ой, они сбивают глыбы, не знаю зачем. Окей, тебе цепная молния. Ой, блин, я ж мокрый. Я сейчас здесь всю броню... Да. Чё я сделал вообще? Ну окей. Я все равно уже не мокрый, могу бить их током. Если вы мокрый, вы не можете пользоваться электрическими заклинаниями. Тоже логично, по-моему, да? Так. Так. Замораживающая молния! Ой. Ну, знаете, это как-то фигово. Я их по-другому немножечко мочу обычно. Так. Вот. Замораживающий луч самое то. А где, собственно, пацанчик? А, он же умер!
Ой, он там здоровье устанавливается. Нет, нет, не устанавливай здоровье, не надо. Чёрт. Так, надо всех замораживать. Ну чё он там занимается всякой фигню? Давай. Замораживай их, замораживай. Замораживай их нежно. Так, не знаю, не знаю, как мочить по-быстрому. Все, ну, все, ладно, я просто их буду замораживать лучом. Все. Так. Пока у них здоровье не установилось, опять, видите, у них 99 здоровье в секунду устанавливается. Это плохо. Это очень плохо. Ну, замораживаю, замораживаю пока. Да, идите отсюда, идите. Нет, опять у них здоровье восстановилось, да блин. Так, броня, 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 броня. А, все отлично. Опять у меня какая-то фиговая водная броня, не знаю, зачем я ее поставил вообще. Так. Замораживайся. Не скрещивать кучи. Так. Заморозку. Сказка морозка, заморозка. Только в наших книжных магазинах. Так. Да блин. Камера опять что-то тут шарит меня. Чё происходит, а? Да блин. Дайте мне того достать, а. Ну и первый здоровье восстанавливается, надо по-быстрому замочить. Я возьму офигенно большой камушек и брошу в него. И... Пыщ! Вот! Вот это по-мужикски! Вы видите, сколько здоровья мы сняло вообще? Ой, только я не могу бежать от этого тупого. А! Да блин! У меня нету времени, чтобы еще... Все, все. Тех у меня по поводу нету. Ну, умри, пожалуйста! Yes! Вот, надо в них камнями кидаться. Совсем забыл, что это очень действенная вещь. Очень действенная вещь. Так. Камень! Ей! Чебуреки! Блин, офигенно, камнями кидаться. Вроде такие классные закона есть, а обычный камень нам помогает очень хорошо. Так. На! Все. Бедняжка промокший трупак падает на землю. Очень сложно падать на землю, причем вообще. Ну, ну все умерли, да? Окей, сундучки всякие вылезают опять. Так, пацаны. Мины. Че никто на мины не упал? Я специально до вас ставил, дорогие мои посетители нашей поляночки для выживания. Поляночка для выживания. Ой! Пацаны, не сбивайте меня, хороший. Ара, ты че? Ага, и тут их можно еще, кстати, просто по кнопку мыши отталкивать от себя. Так можно в пропасть кидать людей. Ой, почему людей, монстров? Я не знаю, почему я всем говорю людей. Может, потому что я садист. Я веселый садист. Пиу. От падения, конечно, он тоже получает. Это реалистично. Не знаю, зачем фантастичность. Ну, ну да ладно. Вот тебе камень в бошку. На! Ой, он сам догорел. Камушки, камушки. Нету книжечек. Так, что у нас еще есть тут? Спешечка. Очарование. Возгорание. Не самого себя, надеюсь. Призыв смерти. Давайте скастим призыв смерти. Не знаю, что там действительно будет, но... Ой, фак, я не так скастовал немного. Так, значит, как там это скастовать? А! Слоупок милоу. Да, ты... Нет, хотя нет, не слоупок. Да нормально все, чуть ли не слоупок. Так. Так, ты что, ты там умер или нет? Нет, ты не умер. Лол. Так, призыв смерти, я хочу призыв смерти. Так. Фак, я опять какую-то фигню сделал, я что-то забыл, как это кастовать. Значит, сначала вода, потом... Все, окей, вода, потом мороз. Так. Вода, мороз... Фей... Сумуш! Вот это что было? Ей! Я жив! Так, супер лечение, так, супер броня. Окей. О, у меня сычал, и вот теперь броня. Надеюсь, они не будут подлечиваться от меня. Так. Сумушено. Да что это опять? А, смерть, смотрите, смерть пришла за нами. Ой, то есть за ними, не за нами. Слава богу. Так. Ну, пацаны, взрывайтесь. А вообще, камень в бошку. И тебе ка... Сумушен. Нет, не убивай гоблина, смерть не надо, он не был достоин этого. У него были дети. Стоп, у гоблинов есть дети. Я не знаю. А, опять, эй, ты,
Смерть пришла за сундуком. Я умираю от смеха. Даже смерти до этого не надо, я просто умирать смерти. О, от смеха, то есть. Так, пацаны, не прыгайте на меня! Вы чё, извращенцы, что ли? Ну, помните ту, где... Мастер из кустов выходит. А, вот, что-то похоже. Не, он так быстро кастует смерть вообще. Ой, блин. Ой, блин, я горю еще к тому же, ой. Все, я потушу себя. Тут самое главное иметь офигенную реакцию на то, в каком ты состоянии сейчас находишься. И если ты горишь, надо сразу потушить себя водой. Если опоздаешь, что наоборот промокнешь. Пока тут огонь сам исчезнет. Уи! Вау, как полетел так далеко этот маг. Ну, конечно, не самое страшное в игре. Вот, вот там, там дальше такие волны будут вообще. Это будет именно смолотка. Не бейте меня, цепная молния! Цепная молния! Цепная молния! Ей, что там из него выпало-то? Что-то... О, о, от него перья остались, он цыпленок. Он цыпленок, я так и знал. Скуталота, ты? От... Цепная молния! Так, стоп, можно воспалить водичкой? А где... Цепная молния! Цепная молния! Цепная молния! Цепная молния! Все, умер дыхание. Ты не умер? Почему ты не умер? Получи! Получи, получи, получи! Это заказки кинофестиваль! Какие-то ткани должны получить все награды. Так, че я поставлю сейчас? Ой, фак, я тупые глыбы поставил. Тут, конечно, есть самая садистская ловушка на свете, это... Сейчас покажу, короче. Простая комбинация ЕА. Фак. Фак. Ну почему сразу дождь вызвали? Плохие. Только хотел показать вам ловушечку и все, как здесь. Окей, я самого задел ловушку, ну... Ой. О, а... Ой. Этот пацан еще меня водой кидается зачем-то. Я вообще сейчас не пользуюсь этими заклинаниями водными. Ой, электрическими, зачем? Да вот, короче, классные глыбы, да? А, так. А, да, блин, уже все. Так, отлично. Ставим эпичную мазохистскую ловушку. Электрическое поле. Ха-ха-ха. Электрическое поле. Электрическое поле. Угодно мало наносит, зато, зато такой электри... Фак. Фак. А опять они вызывают свои дожди. Может, хватит, пацаны, я не знаю, это неинтересно. Я уже с вами так играть не буду, поняли? Вообще дубы, поняли, дубы. Я понял, что у них существующие кобальные маги, ну да ладно. Вообще надо поджигать этих энтов, а не вот так замораживать их. Поэтому... Ой, не так только. Так, а, не бейте меня, не бейте, я хороший, я няша. Так. 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 Не, давайте, поле огня, заходите, поджигайтесь. Буду рад вам. Ой, он же умер, наверное, да? Да, он умер. Лол. Что-то я тут так заболтался и забыл, что у меня напарник у... Ой, не умирай, не умирай опять, пожалуйста. Блин, вот теперь опять нельзя, он это нормально сжечь. Поэтому... А, фак! Опять, блин, так хочу молнию воспользоваться, а мне не даю. Противно. Окей. Окей. Просто кидаю в них магическими... камнями. Камнические маги, что я хотел сказать. А, извините, извините. Я просто идиот. Ой, опять не так, но... Слоу-моушен, опять смерть. Ой. Не, мне так сыкотно, я думаю, сейчас за мной придет смерть. Так, окей, горите, горите. Уже на восьмой волне уже станет так слоу-пошным. Если не подохнешь, будешь 10 минут ждать, пока все подохнут. Остальные. А, опять! Ну почему так? Почему все время это фигня? Так, подождите. Замораживающие камушки. Ой. Я сам в глыбу превратился. Все, я разморозился. А, отлично, отлично. Ну, вы там умрите, окей. Ну, плохие энты. Я не могу их по-нормально замочить, если вот тут все время этот дождь тупой. Ну, дождь, кончайся, кончайся. Ой, как там классно мочат. Так, окей. Окей, все. Продолжаем мочи. Фак! Я в упор выстрелил в этого братюню. Вот, вот фиг он мне в упор встал, а. Ну, хватит мне мочить. Тыщ, 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 тыщ. А, не, не получается. Ну, короче, ладно. Эй! Ну, ты умри, пожалуйста, уже. А, и никто направил луч. Так. Слоу-моушен, где? Ну, ты там умер, да? Еее, он из чебурки порвался прям в слоу-моушене.
Вот классно, вот классно. Вот все бы игры такие были. И графику, управление. Ой, не то. Так, так. Вот вам щит. Я не знаю, чем я тут снимаю. Я вообще какой-то фигней занимаюсь. На таймере написано, что уже 15 минут я снимаю видео. Так. Меня сожгли опять, потушили. Ну, А, вот, Shadow Mago надо замочить просто. Ой, едва. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Ну, дайте мне. Че вы тут убегаете? А. Куда ты вот тут. Блин. Блин. Все, короче, я упок замочу. Ты никуда не уйдешь, понял? Танюка. Хватит себя подойти, вот все, тех конфликт. Ей! Наконец-то он умер. Ну, меня так задолбал. Что за Макпейм один, я не понимаю. Его жену убила смерть. Его убила смерть, всех убила смерть, конец. Да, это офигенный сюжет для Max Payne 4. Изи магика. Ой, все, я, короче, опять. Я. Короче, во мне опять умер мозг. Так. Теперь остались только они. Заморозка у Морозки. Новая детская сказка. По мотивам ядерной зимы. Окей, горите. Да, пацаны, горите. Так. Лесной пожар. Я потушу этого пацана, то есть не потушу, опять согрею. А, не, все. Так. Ну, наконец-то он прошел эту волну. Тупоголовый, зачем ему? Он вообще послан из Инсмута, знаете, там новое дополнение вышло для магики. Типа мы отправимся там в мир Лавкрафта. Может потом дополнение куплю? Он такой няшный, наверное. Ой, опять троды, только они теперь сбированы. Че тут за слоу пошел опять этот муса? Слоу мушен шит. Не уби... Че ты меня замочила смерть? Ну это ты там ресай, да? Ой, опять тупая русская раскладка. Ресай! Нет, мы умерли! Нет, нет. Вот называется это не заметил потери бойца отряд. И весь отряд сдох. Конец. Вот, отлично. С вами был Кулготушка и вот доктор Мигел Рипперс. Точнее, радужно взрывной парень. Вот. Всем спасибо за просмотр. Так, подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Игра офигенно, всем рекомендую. Покедова.